Скажи, привет. С вами Полина и Александр, да. И мы готовим посылку. Одна в Омск, вторая в Барнаул. В обоих Катальпы, форзицы и кустарник. И черенки ивы извилистой. Вот той красавицы, что у нас тут растет. Да, все мы тут приготовили, упаковали с женой. Старались, крутили тут ребра жесткости. На транспортной, конечно, это все надо будет лишний раз скрыть, показать. Поэтому здесь вот мы вскроем, покажем. И потом вот этим оставшимся картоном я это все дело закрою. И стретчем замотаем. И поедут наши отправления. Моим друзьям, коллегам, по запчастям. Вот. Алексею и Евгению. Благодарю за то, что попросили мне выслать эти саженцы. Я буду очень рад. Пусть они там приживаются, растут, набирают силы. Ну, в общем, акклиматизируются в этих веселых условиях. В общем, благодарим вас за внимание. Кстати, да, сейчас приедут еще покупатели по вот эти вот катальпочки. 350, но договорились, может, по 330 их отдаю. В общем, освободиться. Пространство надо уже следующие засаживать. В общем, берут, потихонечку берут. Кому нужны глядичи трехколючковые, есть вот такая вот красота. Это попросил Алексей из Великих Луг. Ему для забора нормально там есть куда посадить. В общем, мы ему попозже сделаем. Он говорит, огласи, Саня, весь список, что у тебя есть. Алена Авито, заходите в мой аккаунт, подписывайтесь лишний раз, смотрите. Там, конечно, не все, что у меня есть представлено, но тем не менее. Гречиха сахалинская, вот она, форзиция. Он и ребятам накопал, и себе такие по мелочи, корешочки были, я их сразу же контейнеровал. Вот они тут в тени дома, приживутся, адаптируются, акклиматизируются. В первое время на открытое солнце, ну им, наверное, тяжеловато будет акклиматизировать их в тени дома, вот такие контейнерные посадки. Но открытый грунт там уже посадил, ну может первые пару дней притенения тоже по возможности, если есть, будет возможность сделать. Ну и то, наверное, не обязательно там. Северное солнце, может, не такое жаркое. Вот. Вот такая вот мелочь поменьше. В общем, будем закругляться. Очень я рад, что мы наконец-то это все сделали. Вот, еще раз благодарю за внимание. Желаю всем всего доброго, счастья, здоровья. Садить деревья, несмотря ни на что, где бы вы ни находились, какие бы у вас условия тяжелые не были, везде есть выход. Надо просто подумать и применить мозг. Благодарю за внимание. Желаю всего доброго, счастья, здоровья. Пока-пока.